Совет политикам, шпионам, спецагентам. Чтобы ни один вопрос не сбил кардиограмму, искусству вечного ухода от ответа учиться лучше у заказчиков рекламы. Вот кто уж, если не готов ответить прямо. Как не гоняй по риторическим ловушкам, как не пытай, а где засели партизаны, не сдаст фашистам ни за деньги, ни под пушкой. Терзай звонками, нападай при встрече личной, тяни калеными щипцами переписки. Ни да, ни нет и никаких других привычных ответов ждать не стоит. Слишком много риска. Чтобы ускользать от «да», зимой готовые лыжи. Чтобы ускакать от «нет», в уздечках летом кони. А утвердите нам макет «спасибо, вижу». Есть комментарии по тексту «я вас понял». Но если нужен дознаватель вам, напротив, способный влезть в мозги поверх любой программы, таких спецов легко всегда найдете вы из аккаунтов, работавших в рекламе.